Здравствуйте, друзья и коллеги. В этом выпуске мы познакомим вас с моделью бронетранспортера Уруту HMG артикул 72007 от фирмы Армада Хобби. Такая вот у нас коробочка. Сдвигаем верхнюю крышечку, открываем ее, достаем модель. Внутри видите травленочка и инструкция. Традиционно с инструкцией мы и с вами обзор начнем. Вот такая вот инструкция, где видите показано, как собрать модель. Но эта модель, то есть эта инструкция касается базовой версии. Соответственно, от базовой версии эту версию отличает башенка. Она другая здесь. Соответственно, мы с вами сейчас и посмотрим, что здесь за башенка. Фирма выпускает несколько вариантов этого бронетранспортера интересного, Уруту. Да? Больше никто в мире его не выпускает в 72-м масштабе, да, пожалуй, и в 35-м тоже. Поэтому вот тем самым эта модель еще более для нас интересна. Альтернативы нет вообще. Вот. В наборе, как видим, небольшое количество деталей. Поэтому запасаемся терпением, берем, в интернете находим, так сказать, эту машину. Я интересовался лично, потому что мне эта тема очень интересна самому, как моделисту. И фото находил с этой башенкой. Поэтому вы, так сказать, точно так же сможете их найти, эти фотографии, и собрать модель. В данном случае корпус отлит целиком одной деталью. На предыдущих модификациях корпус отливался в виде двух деталей, нижней и верхней. Соответственно, можно было сделать некую начинку при желании. Здесь он выполнен единой деталью, такой большой отливкой. Вот. Такой вот. Да. Вот здесь нужно будет поработать, конечно, не идеально внутри, так сказать, колесных ниш. Но, тем не менее, да, вот нижнюю часть зашкурить, где, значит, литьевой, соответственно, ну, литник был. Вот, сзади у нас вот такая вот дверь устанавливается. Вот она вот сюда, видимо, идет. Башенка дана двумя деталями. То есть базовая версия. Даже, значит, базовая версия вместе с люком, который куда-то сюда крепится. И вот такая вот, судя по всему, башенка непосредственно от этой модификации. Тут уж я не буду говорить, насколько она попала в точку. Вы уж смотрите сами. Вот, не знаю. Этот вопрос я, честно, не изучал. Вот. Так вот, потому что сам собирался другую версию собирать этой машины, более распространенную. Вот такие еще детальки имеются. Большие колеса у модели, должно быть 6 колес. Видите, с таким вот протектором интересной нарезки. Литник изнутри спрятан. Вот. У нас колес сколько тут получается, как раз 3, да, 6 штук. Вот это детали люки, которые просто вот сюда наклеиваются. Бам-бам-бам. Вот, что еще? Это подвеска задняя. Вот так вот она устанавливается. 1, 2. Дано 2 гранатомета. И плюс еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть всего 8. Даны детали передней подвески. Вот такие. И даны вот такие пружинки. Сейчас у нас камера настроится. Да, это тоже вот спереди ставится, по всей видимости. Что еще я не показал? Ну, вот это уже показывал. Ну, вот это выхлопная система. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, и травленочка,
которая, собственно, заметно улучшает внешний вид модели. Она, по всей видимости, для всех моделей одинакова. И вот еще такой люк. Угловато, интересно. Да, и вот такие детальки. Ну вот, собственно, что в итоге мы имеем для этой машины. Что хочу сказать в заключение. Интересный бронетранспортер. Очень активно он представлен в Южной Америке. Большое количество стран его использовали. Также Уруту использовалась иракской армией в войне «Буря в пустыне». Есть фотографии, собственно, этой машины, насколько я видел и помню. И Каскавел там, и Уруту, собственно, участвовали. Ряд азиатских стран тоже закупали этот автомобиль. Возможно, версия малазийская, но я не вот с этой башенкой непосредственно, но я могу ошибаться. Не буду вот на 100% это обсуждать и утверждать. Мне кажется, что для Малайзии такую делали. Но может быть и, собственно, и бразильская изначальная версия. То есть машина, насколько я помню, это бразильская. А в Бразилии изготовлена. Если опять же, вот, ребят, не буду точно, вот, так сказать, не стал бы спорить, но, по-моему, это в Бразилии сделали. Интересная машина, как уже сказал, с абсолютно безальтернативной. Нигде никто такую не выпускает в модель вообще. Соответственно, если есть желание ее иметь в коллекцию, вот, пожалуйста, можете приобрести. Руки приложить придется. Мелочевки, какую-то там мелочевочку придется добавлять. Даже изучая вот эту фотографию, видно, что, допустим, выхлопная система несколько отличается вот здесь вот этого короба, я здесь не увидел, ну, что-то по мелочи, но, безусловно, там пулемета нет, да, но это все можно изготовить, и если все-таки есть желание такую машину получить в коллекцию, то, ну, как бы это неплохой старт для того, чтобы ее изготовить и поставить на полку и наслаждаться тем, что больше ни у кого такой нет и вряд ли в ближайшее время будет. Что-то мне подсказывает, что производители в пластике очень не скоро до нее доберутся, если доберутся вообще. Вот. Вот такой вот видеообзор. С вами был skillfan.ru. Заказать эту модель вы можете на нашем сайте www.skillfan.ru. В разделе «Наземная техника», 72-й масштаб, «Армада Хобби». Вот такой значок увидите, туда заходите, нажимаете кнопочку «Заказать», и под заказ мы вам ее привозим. До новых встреч, до новых роликов. Спасибо за просмотр.